Накануне на одном из столичных стройрынков поднялась шумиха. Людей напугала большая немецкая овчарка. Очевидцы говорят, собака вела себя агрессивно. На место вызвали специалистов. Но, как выяснилось, пес пришел не нападать, а просить о помощи. Подробности истории у Елены Виговской. Знакомьтесь, это Граф. Немецкая овчарка – герой соцсетей. Вчера пес забрел на стройрынок, устроил переполох, но не по своей вине. Он потерялся. К людям вышел за помощью, а они его испугались. Оно и понятно, собака большая. В течение часа не могли найти ни хозяева, никого. Попытались своими силами отогнать собаку. Она начала рычать и огрызаться. Тогда, а вероятность опасности увеличилась, начали искать службы, которые могли бы ее нейтрализовать. Вызвали экологическую милицию. Прибывшие специалисты продавцов успокоили, мол, собака не бешеная, просто испуганная. Помимо всего, у Графа была сильно повреждена передняя лапа и голова. Пса срочно отвезли к ветеринару. Я выложила фотографию ее со своим номером телефона в паблик «Приднестровцы». И в вечернее время обратились ко мне люди, что, скорее всего, принадлежит это их собака. Созвонившись уже с ними, все-таки по первым признакам было установлено, что собака принадлежит данным людям. На время поиска хозяев собаку доставили в ветлечебницу, где ей оказали необходимую помощь. Обработали раны, дали антибиотики. Собака была изолирована. В течение суток собака находилась у нас на карантине. Ей была оказана первая медицинская помощь. Вскоре нашелся и хозяин. Овчарка уже дома. А вот как Граф попал в такую передрягу, неизвестно. По словам владельца, пес порвал ремень и из района Красных Казарм через аэродром добрался до людного места. По пути, очевидно, сцепился с другими собаками. Отвечать за случившееся теперь будет хозяин. За нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания питомца на него составлен административный протокол. Штраф от 30 до 60 рублей. Сумма небольшая, но хорошо, что в этом случае никто не пострадал. Немецкая овчарка, порода все-таки сильная. Елена Виговская, Олег Коваленко, Первый Приднестровский.